Надоели твои картины с жидким акрилом. Давай что-нибудь новенькое. Без проблем. В этой картине я совмещу объемную живопись, паталь и линейный портрет. Подготавливаем фон и приступаем к рисованию линейного портрета. Это самая сложная часть, потому что исправить здесь уже ничего не получится. Затем я немного дополнила портрет жидкой паталью. Это добавило ему шарма и сделало немного интереснее. После этого я приклеиваю паталь в листьях поверх текстурной пасты. Потом мне захотелось добавить еще одну линию, только горизонтальную и потоньше, и это я сделала с помощью аэрозола. Нравится результат?